Другим темам. Антикор проверяет выдачу земель и незаконную застройку в Алматы. Выявили более 900 фактов нарушений при строительстве в сейсмоопасных зонах. Вот, например, в некоторых предгорных районах мегаполиса земли распределяли незаконно. В частные руки передали почти 300 гектаров из рекреационной зоны, а также выдавались участки в зонах тектонических разломов, схода лавин, оползней и селей. В итоге в бюджет за разницу кадастровой стоимости при изменении целевого назначения участка не уплачено более 500 000 000 тенге. За последние пару лет установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта. Например, в предгорной зоне Наурызбайского района собственник одного из участков без разрешительных документов произвел срез горы. Обнаружили объекты, которые возвели без согласования экологов, СЭС и пожарных. Установлены факты, когда органы архитектуры согласовывали эскиз на строительство частного дома, а по факту возводились целые жилые комплексы. Застройщики самовольно увеличивали площади за счет прилегающей территории, тротуаров, прогулочных зон и детских площадок.